Доброе утро. Понедельник. Отдохнул. Выходной. Еду на выгрузку. Запишу видео, как я заезжал, какие тут дорожки маленькие. А затем съедьте, используя первый съезд. Я позавчера тут пешком ходил. Через 250 метров. Ночью дождь был, ветер такой сильный. Вчера передавали, что будет холодно. Ну, не холодно, а типа дождь. На озере такие волны. Вода, наверное, грязная будет. Лужицы маленькие стоят, но нельзя сказать, что до улицы прохладно, жарко как-то так. Видно, вода испаряется. 25 градусов. Используйте второй съезд. Пять сорок. Все спят еще. Я ж тут вроде так и заезжал, не помню, спешил. Потому что уже в тот момент ехать нельзя было. Вы прибудете в промежуточный пункт через 300 метров. Бля, знаки посрывало, а это не посрывало. Еще по дороге видел один паркинг, но я не знаю, что там. Он с воротами, и ну не ворота, а такие, как по высоте ограничитель. И в субботу утром оно все было откупорено. Может быть, сегодня я думал туда стать, а потом думаю, если я туда стану, закроют меня, как я выезжать буду. Я там не рискнул стоять. Вот такое видно, что место такое дорогущее, а есть площадки заброшенные, здания заброшенные есть. В магазине был, цены очень хорошие. Я не знаю, ну это такой магазин типа, ну как, оптовый считается, ну и оптово-розничный. И видел, что видно, для кафешек там закупаются, для магазинов. Ну, цены там очень классные. Так, тут уже я вчера не ходил, по-моему. Пересеките дорогу с круговым движением. Съедьте, используя первый съезд. Используйте первый съезд. Я не помню, чтоб я тут заезжал. 390 метров. Пересеките дорогу с круговым движением. Съедьте, используя второй съезд. Не, вчера я уже тут не ходил пешком. Да плохо, одному скучно. Че я пошел?
в одну сторону. Километров, наверное, 7 и назад столько же. Жарко, идешь вдоль озера. Периодически заходил искупаться. В город толком и не ходил. Съедьте, используя второй съезд. Используйте второй съезд. Готовьтесь прибыть в промежуточный пункт через 990 метров. Внимание! Стационарный ограничение 50 км в час. Внимание! Стационарный радар. Вот магазин Кона, тут есть тоже хороший магазин в Италии. Пока я мест больше не вижу, где можно остановиться. Так, кто тут? Вчера я шел, вижу справа берег. Вы прибудете в промежуточный пункт через... Я себе точек расставлял под дороге, чтобы побольше проехать через вот этот населенный пункт. Используйте третий съезд. Ветрюган такой был сильный. Я не знаю, тут с деревьев повысыпались эти через 230 метров пересеките дорогу с круговым движением. Съедьте, используя первый съезд. Вот тут вот я уже помню, что... Используя первый съезд. По-моему, я здесь был уже пешеходом. Используйте первый съезд. Через 250 метров пересеките дорогу с круговым движением. А может быть и нет. Используя второй съезд. Странно, знаков никаких нету, что грузовикам нельзя. Пересеките дорогу с круговым движением, съедьте, используя второй съезд. Так, а вот тут вот уже вот это кольцо уже 100% тут были. Тут я с Катей был 100%. Тут, в общем, возле этого озера Гарда есть паркинг. Паркинг. Ну, от паркинга до, наверное, час идти. До озера. А я стоял, что до озера 5 минут идти. Можно еще было ближе подъехать. Ой, ну я что-то стреманулся-то ехать, там узко так.
туристов много и все такое. Если попаду сюда так, чтобы осенью или зимой, чтобы туристов было поменьше, то поеду туда, в другое место, там где 2 метра от озера стоишь. Так, все, выключаю, потому что уже рука болит. Так, выгрузился, еду на мойку. На мойку, а затем еду опять купаться. Думаю, должен успеть. А может и не успею, посмотрим, в общем. Вот такой вот райончик тут. Называется Модерна. Модерно. Вот здесь вот парковка. Можно приехать на маленькой машине, покупаться. Ну, далеко сюда ехать. Не от дома, получается, сюда больше 1000 километров. Блин, тут вода вообще прям кристалл прозрачный. Я был на том берегу, получается, с другой стороны выходной стоял. И там, ну, прибой такой был в ту сторону, как грязь. А тут, да хотя тут тоже что-то, бумажки какие-то плавают, листочки. Ну, озеро реально большое. Потому как он купается. Я прошел вчера в одну сторону 7 километров я прошел по берегу. И это была лишь небольшая часть, очень небольшая часть, что я прошел. Хотел на кораблике поплавать, типа, ну, у них вот этот корабль ходит. 6 евро стоит, как автобус. Там график какой-то, маршруты. И можно вот по всяким вот этим вот населенным пунктам по побережью поплавать. Уже и времени было под вечер. Думаю, сейчас куда-нибудь уплыву, потому что назад не смогу вернуться. Ну, не рискну. Потому что уже, ну, поздновато было. Надо было раньше сиськи мять. О, цветочки цепляю в зеркало. Такой курортный райончик. Пока выгружался, супа сварил. Надо поспешить, потому что времени немного. Так, ладно, камеру выключаю, потому что тут такой вот... Целый час буду ехать вот так вот. Ничего интересного не будет. Так, бочку помыл. Еду на пул. Вроде успеваю. Вот флаг. Что за флаг такой? А говорят, что тут в Европе отмена России всего русского. Ничего подобного. Так, ехать мне 6 часов, паузу надо крутануть. Ну, вроде бы, блин, успеваю. Тык-притык, но успеваю. Буду лететь сейчас, как угорелый. Но должен успеть на море. Хочу сегодня искупаться в Средиземное море. Не, это, подожди, это ж не Средиземное море. Это... Ой. Адриатическое море. Все, полетели. На дорогу с круговым движением. А чё ты не едешь? Это заторможенные они. И не едет, и едет, и всё сразу.
Так, ладно, камеру выключаю, потому что ничего интересного. Может, что-то будет интересно. Так, 5 километров до границы с Хорватией. И это 92 километра. Потом буду ехать шустренько и 20 часов 10 минут буду уже на море. Ну, не на море, а там парковаться уже буду. Уже как бы на подъезде. Еду в гору через вот такой лесочек. Это я поднимаюсь в Альпы. Км/ч. Сейчас вот 30 разогнался. Класс, да, вот люди живут. Ни соседей нету, никого. Бассейн растянули. Могли бы и в гости позвать, если честно. Как тут классно. Высотный выезд какой-то. Да, тут склон, конечно, серьезный такой. Столько деревьев побеленных. Так, я начал молиться вчера еще. Ну, вообще, во вторник начал молиться за хороший выходной.
пока конкретики никакой нету, но происходят такие чудные метаморфозы, замены прицепов через каждый день. Может быть, что-то и повезет мне. А то уже давно не везет. Только выключил камеру и встретил живность. Ладно, пока не буду больше выключать камеру. Эх, на горку тяжко идет. Лисенька сидит. Она не видно, так трясет. Ладно, пока выключаю камеру. Я езжу в Альпу. Опа. Кто это такой? Олени тут, наверное, не водятся, потому что они толстые и с гор скатываются. Это у меня третий раз поездка уже через эту дорогу, 77-ю проходит. Классно тут. Интересная дорожка. Какой-то еще жизнь встретит парнокопытную. Я не знаю, что сказать. Осталось мне ехать 24 километра. На улице плюс 15. Прохладненько. Хорошо. 8.22. Сегодня уже 2 августа. Осталось я совсем немножко и начнется уже осень. Я нахожусь на высоте 1499, уже 1500 метров над уровнем моря. Ну, высоко, в общем. И продолжаю подниматься уже 1515. Начал снижаться уже.
направо внизу где-то дорога проходит, я сейчас буду ехать. Что ночевать можно, кто-то выдавал. Уши закладывать сильно. Так, осталось мне 20 километров. Можно было другой дорогой поехать, но я думаю, поеду через горы. Водички набрать. Орлы орут. Получился у меня выходной, как я хотел. Ну, я и не расстроился сильно, потому что там очень много людей. Там с нашей машины, фирмы 12 машин было, так что я такие посиделки большие не люблю. Может быть, оно и хорошо, что я туда не поехал, там, где я был во вторник.
время 5:45. Осталось мне ехать полчасика. И буду вставать. На улице плюс 14. Сегодня 3 августа. Это Германия. Вот, в принципе, и все на эту неделю хватит.